Доброго дня! Смотрите вы канал «Солнечный край». Едем мы в северный регион, в Кусаре. Погода у нас, видите, какая пасмурная, даже не верится. Смотрели утром новостную ленту. Все наши северные районы затопило. Прошел сель. Особенно это касается региона Кубы. Я прям посмотрела, удивилась. Так река прям бурным потоком текла. И по всем районам северным сель прошел. Грозы. Ночью тоже в Баку была гроза. Я даже проснулась от грома. Гремел гром. Вчера хорошо отметили Алечкино день рождения. Отдохнули, повеселились. Благодарю всех за поздравления. Большое всем спасибо за ваше внимание. Обязательно всем отвечу. Вот только утром проснулись и сразу выехали в дорогу. И вас с собой беру. Буду опять снимать. Видите, какое небо облажное. Здесь выращивают голубику. Видите, хозяйство. Можно прям туда заехать и купить у них blueberry, berry blues. Заезжаем в Кубу, погода немножко распогодилась, появилось солнышко. Люблю этот очень регион, особенно ездить, путешествовать, отдыхать в летнее, весеннее время, когда все цветет, природа оживает, много зелени, летом много фруктов. Приехали в Кусаре. Думали, здесь погода будет холодной, дождик, пасмурно. А нет, распогодилось, солнышко светит ярко. Наверное, циклон прошел и погода наладилась. Потому что буквально вчера, позавчера шли дожди интенсивные. Едем, едем. Впереди светофор, поэтому остановились. Я убиту пика. Приехали мы в чудесное место, хуторок.
Давно мы не были здесь. Раньше все время сюда ездили. Это кактус цветет. Он быстро живет. Как у нас вот в саду. Такая красота. Идемте. Идемте. Все в цветах. Как это мы сюда приезжали? Ты забыл, что ли? Да, забыл. О, идемте, я цветочки пока сниму. Идите, идите на горки, идите. Хорошо, идите. Ну, какая красота. Иди, иди. Какая красота. Ой, ты что сделала? Вот, их так не надо опускать. А мама же не трогает. У них лепесточки. Мама их нежная. Мама же просто не... у них лепестки лежат. Красота, да? Цветы просто прелестные. Хочется любоваться и любоваться. И вам показываю. Воздух такой. Думали, прохладно будет. Я вон детей одела. Альке одела брючки. Сама надо тоже брючка. Ну, ничего. Ой, вот здесь тоже, смотри. В ресторане очень вкусная кухня. Часто сюда приезжаем. Но пока дети кушать не хотят. Они отказываются. Ну вот просто погуляем. Сколько цветов. Некоторые белые, некоторые розовые, да. Они становятся. Ну, красивые, да? Хочу пожелать всем здоровья, мира, любви, благополучия, всего самого-самого хорошего. Очень ухоженная территория, вот такие я вот беседочки, внутри кабинетики. Можно и в кабинетике посидеть, и на улице. Ну, мы раньше зимой в кабинетиках всегда обедали, а сейчас не хочется. Помещение, погода хорошая, речка тоже. Вот можно вот так вот на улице. Приезжают люди, отдыхают. Сейчас речку вам тоже поснимаю. Мама, да. Смотри, что вкусное растет. О, давайте это вишня. Вишенька растет. Талька просит вишню. Вишенку. Это дерево. Приятно, когда с дерева. Сейчас пойдем, сейчас. Алька вишенку захотел. Мама, я вишню. Вот, на вишенку. Алька вишенку захотел. Ну, на горке. Сейчас пойдем. Хочешь вишенку? Не надо. А ты посмотри, какая речка.
идем, и Мишка на горке просится. Идемте. Не, не надо. Это резинка, что ли? Нет, это шкафчик просто. На нем хранятся многие... И Мин жалуется, говорит, ты много снимаешь, а на горке со мной не идешь. Ну идем, хорошо, идемте. А вишня такая вкусная. Да, а конечно. Иди, 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 не ворчи. Иди на горке. Детская площадка. Ну вот, кто меня давно смотрит, я не первый раз снимаю этот ресторан. Часто показываю. Вот здесь, кто приедет к Усаре, также может приехать сюда, отдохнуть. Много детских площадок. Вот одна детская площадка. Еще там дальше вот детская площадка. И самое главное, конечно, зелени много. Одно удовольствие. Везде вокруг цветы. Мы гуляем, и Мишка вот там тоже есть. Смотри. Иди туда, мы гуляем с Алечкой. Это Айва. Нет, подожди, это не Айва. Не знаю, это не Айва. Нет, нет, это что-то другое. У Айвы листья другие. Айва у нас растет. Это хурма. Это хурма, Алечка, хурма. Скоро, помнишь, осенью мы приезжали, она поспит. Это хурма. Так вот растет хурма. Я вспомнила, что у Айвы совсем другие листья. Айва у нас растет в саду. А это яблонька. А яблоки выросли? Нет. Яблоки тоже будут позже. Да, я тоже синап люблю, но это не синап, это дички. Осенью мы приезжали, розочки, видите, какая ухоженная территория, везде цветочки. Сейчас, Алечка, вишня, вон вишня, смотри. Вот тоже вишня, дерево усыпано. Наверху. Не знаю, камера передает, сейчас покажу. Я увеличила камеру. Детишки играют. Вот вишневое деревце. Ой, сколько вишни здесь. Может потрясти дерево, оно упадет. Вот самое главное то, что дома лежит вишня, и никто ее не ест, да, Алечка, дома? А вот именно с дерева ей хочется. Дома же вишня у нас, и клубника, и вишня. Ну я прямо сейчас. То, что розы увидела. Какой красивый бесподобный цвет. Сейчас тоже сниму. А вот белая черешня, смотрела как? Она съедобная? Да. Я тоже ее. Сейчас мама не дотянется, да? Твоя мама маленького роста. Подожди. Ну вот это... Могу сюда дотянуться. На, именно с дерева ей хочется. О, сколько черешни белых. Она с косточками? Да, конечно. Это черешня, Алечка. Ой, какая сладкая. Вот здесь еще. На. Хочешь, на? Дай, спасибо. На. Все деревья оборвали. Наверху вообще такая крупная. Поспела прям. Ну вот до чего дотянулся, я тебе сорвала. Вот здесь еще. Хочешь? Сейчас, подожди.
Эмин уже с кем-то познакомился, катается. Быстро находит себе друзей. Компанейский парень. Идем поснимаем. Вон там еще вишня. Идем, я розочки хотела снять. Здесь тоже вишня. Везде фруктовые деревья. О, какие розы. И отель. Вот такие небольшие домики. Правда, не знаю, сколько стоит здесь остаться. Сколько стоит сутки. Роза чудесная, да? А вот здесь уже яблочки. Посмотри, Аля. Смотри, яблочки. Но они еще не поспели полностью. Мама, я вишню сорвала. Я Альку понимаю. Мама тоже у меня любит именно с дерева. Она говорит, это особое удовольствие, когда ты лакомишься именно с дерева. Здесь мелкая, ты не знаю, черешня. Нет, вишенька. Вот и листья. Вишня тоже. Ну вот сегодня такой контент. В основном цветы. Дерево цветет. Вкусно пахнет. Мне очень понравились такие крупные. Ой, ой, как пахнет. Вся территория фруктовых деревьев. Детям есть чем заняться. И взрослым. Тоже яблочки. Погода портится. Солнышко ярко светило. Сейчас я смотрю. Погода портится. Ну и к лучшему, честно говоря, приятно. Такая прохлада здесь. Просто оазис. Это смотри, Алечка, вишня. Но мы ее не достанем. Она там. Смотри, какая крупная, да? И что она так далеко? Она спряталась. А, вот там я увидела некоторые вишни. Это уже айва. Вот вишня. Да, я знаю, Анечка. Всем большое спасибо, кто нас смотрит. Продолжаю съемку. Оставайтесь с нами. Вы смотрите канал «Солнечный край». Мамочка, отдыхаем мы. Я пойду в другую на горку. На другую горку? Да, иди. Отдыхаем мы с детишками. Буду продолжать вам снимать. Всем здоровья, мира, любви, благополучия. И огромное спасибо за обратную связь.